погнали! Пацаны, Бэк нормальный пацан, уважаю его всей душой, бля. Котю Пуда, let's go. Бля, с калибра кайфанул, это, конечно, не пистолетик. Бро, аккуратно, аккуратно. Страна. Гэнг, бэкстейдж. Это тебя только что нахуй послал на цепь. Вся наша жизнь — это гребаный квест, квиз. Слава богу, что я смог поднять гребаный сыр. Чиз. Ты же знаешь, на битах я зверь. Биз. Да. Да, Гриша, можешь самого пожать. Хотя... Ай, хорошо. Йо-йо-йо, мам, я талантлив. Бэкстейдж, Лил Будда, Искс. Прикольно начинается, мне кажется, будет офигенный клип. Веселая съемочка, приятные ребята, красивая команда. Тиган, ёбаный, ты чего, куда смотришь? Вот это? Да. И чё, ща копы, да, будут? Да, вот сейчас Гриш, оператор, который много на Гришу, быстро камеру перевел. Оп, давай еще разок на моушене так сделаем. Бля, да, ты типа... Да. Да, кадр на наручниках. Я вот так стоял. Да, крутит, все. Погнал. Стоп. Да. Жуть, блядь, цвета лютые какие-то. Бля, на iPhone снимать как будто даже пище, чем на камере. Мясо. Кайф? Мам, я талант. Ты, Гриша, наш оператор, пожалуйста, вот. Лучший опер, мне кажется. Уполномоченный Ковтрев Григорий Николаевич, 3-й отдел Ульяновской области, 73-й регион, блядь. Попрошу ваши операторские права и ваши тоже. Это ощущение, что он похож на вот этого чувака, который... Камеру вырубаем! Я говорю, камеру вырубаем! Аня, это наш визажист. Можно, пожалуйста, вот? Аня, да? Когда снимались с инстасамкой, я тут подходил к ней, сказать, а на каком языке она поет? Девчонки всегда хорошо. Ну да. Ой, и еда тоже. Как дела? Нормально. Мне кажется, я пробежала марафон сегодня. Самый настоящий. Все нормально, у нас все отлично. Все по таймингу, все по списку, все четко. Снимаем клипец, что могу сказать. Как атмосферу брать у тебя вообще? Да все. Вот у тебя в руках типа камера лучше, чем то, на чем мы снимаем. Думаю, все получится. Атмосфера реально кайфовая. Я чуть плыву. Как ты не устал сегодня вообще? Да нет, да я с этой кайфую. Ну, я устал, но я не устал. Не знаю, как сказать. 6 кофе во мне, время еще 6, как будто уже 3 ночи. Так животик побавит, но это альбомная такая тема. У нас через 4 часа выходит альбик, и так это типа на нервной почве. Здорово. Сейчас мы на 3-й локации из 5. Скажи, пожалуйста, вообще, что тут снимается? А что тут? Тут суд получается. Сейчас мы будем судиться с Куэки. У нас будет очень крутой судья, у нас будет 2 очень крутых адвоката. У нас там массовочка уже собрана. Что вообще? Какой вайб сейчас? Слушай, вайб у меня вообще боевой, на самом деле. Прям я уже чувствую, что получится. Очень круто с инопланетянами отсняли вообще прям. Шикарно, там и Гриша отыграл хорошо, и кадр поставили суперски. Уже даже что-то помонтировал в Ну, знаете, так чуть на подболевшем у меня носик красный, все дела. Но пока живем. Но у нас до 7 утра сегодня. Да. Поэтому... Мы вывозим. 100%? Нет, 100% вывозим. Это, ну, не вывозить, не про нас. По таймингу вообще все четко, все прям. Мы увидимся с вами вон там, вот, судья, и... Йоу, всем салют, дорогие подписчики, давно не виделись, господи, сколько лет, сколько зим. Вопрос, почему Кирилла столько не было на съемке? Кирилл, ну почему? Ребят, я работаю на заводе, и это даже не шутка. Что ты делал на клипе сегодня? Расскажи, пожалуйста, твою вот... Что я буду делать на клипе? Это самое главное. Я не буду рассказывать, все сами увидите. Ссылочку в описании посмотрите обязательно. Поставьте комментарии, поставьте свои лайки, и все будет классно. Брат, ты пропустил все кино. Тут было дело, рейвал. Пашок, что у нас? Как? На каком этапе сейчас? Мы на этапе, что ждем, потому что я готов был по моим неработающим часам 20 минут назад. Вот.
Я чувствую время. Блин. А вот так умеете? Давид, брат, ты чё, аккуратненько. Сегодня ты судья или что? А я всегда судья. Мы просто берем, знаешь, вот так вот. Вот. Да я вас в рот. Вообще, мне надо... Стоя или как? Больше на пафосном, то есть не обязательно прям такую агрессию проявлять. Они просто пришли, потому что они фушмаки. Окей, начинаем. Ты знаешь, что ты как это. Чего ты касательно пафоса? О чем вы говорите? Прям слово мужчина уже, блядь. Победа будет за нами, я стопудово даю слово пацана. Ты звучишь как на меня ремикс. I know that you hating on me, I know that you sucking dick. Парусло? Да. Очень холодно, время сколько у нас? Час с лишним ночи. Ну, снимаем. Смена заканчивается в 7 утра, но мы это сделаем. Все будет круто. Гриш, снимай просто так. Паш, ты не замерз, брат? Не, бро, я вообще на хорошем. Ну, типа, рабочий вайб сильно, ну, бесит, что дефицит времени, потому что, условно, на каждую задачу типа, нужно определенное количество времени, ее нельзя сделать просто так, типа, макияж визажист не наносит за полсекунды. Если бы так можно было, то окей, было бы круто, но делаем, короче, насколько можем. Пиздец, приехали, вообще сразу ебашим. Но все заебись, смотри, уже все стоит. Это светится, на это вот такой касающий идет. Все заебись. После этого клипа карьера Тимофея в целом нашего продакшена пойдет в гору. Должники, пожалуйста, выйдите на связь, я вас очень прошу. Вот так вот, пиздец. Вся наша жизнь — это гребаный квест. Слава богу, что я смог поднять гребаный сыр. Чёрт. Для тебя я все. Неужели без полета? Кевин, здорово, брат. Здорово, брат. Мы с тобой виделись, да? Или да, что-то? Да, я тебя не помню. Как, ты сегодня намерен убивать тебя? Лёх, я же профессионал. Это самый последний локейшн нашей бум этой сумасшедшей съемки. Хозяева этой игры, но со мной мой брат, а не кореш. Со стороны все лучше всех, но клянусь, мне так нужна помощь. Живее всех живых, когда на публике, когда один дома, ой. Все, что я сделал для... Кат. И потом отсюда, откуда-то, бля, он берет просто, достает пулемет, не кладет его на рояль. И начинает... Поеду комментарий. Похоже, мне кажется, полная копия Rush is Orphan. Big body байдам не нужна тонко. Ай. Ведь впереди большая дорога. Сука хочет из меня ребенка. Что я буду делать на клипе, это самое главное. Я не буду рассказывать, все сами увидите. Все эти суки изменили то, как я чувствую. Так много денег, меня на серьезе спрашивают, я чё, иллюминат? Так много денег на хате, теперь мраморный пол, сука, нахуй ламинат? Big stacks. Давид, чё думаешь, брат? Бля, охуенно. Ну, типа, там очередь была, я не посмотрел на гильзы внизу.
ощущение. Как будто плоть просто разъебал нахуй. Я охуел. Постарайся прям вот. Хэдшоты. Понял. Постараюсь. Я просто им если что, стрелял. Можно будет как-нибудь реально, что одному как-нибудь вот не башка взорвалась, а типа там... Бро, угар же будет. Что-нибудь вот тут, и знаешь, он такой, о-оу. Там ёбаный сыр, нахуй. Гриш, ты не агло, брат? Не, нормально. Бля, с калибра кайфанул. Это, конечно, не пистолетик. Ты с такой огромной хуйни никак не стрелял. И говорю, аж представляешь, понимаешь, как может, бля, такая хуйня. Просто плоть разорвать. Типа реально, я думаю, бля, в ногу попадет, что просто без ноги, типа, прям оторвет. От силы. Он идет по моей команде, взрываем, но сначала зомби уже идут. Зомби идут. И первый. А, второй. Стоп. Надеюсь, это общий шум был, не только мне. Шуму для себя все. Экспириенсы. Спасибо, что доверился нам, бро. Сам спасибо. Неужели я хуже всем? Скажи. Неужели я бесполезен? Бесполезен. Для тебя и все. Неужели я бесполезен? Неужели я бесполезен?